Отрепить. Угу. И 5 разбили. Оу, май. Ну, короче, дело привычки, я понял. Бери ВХ, покупай. Валанир, Т5. А ты что, 100 вкидывай, короче, и будет нормально. Ну, Треплёха у него спроси. На туре Треплёха шарит. Треплёха у нас бисовый ШП, он типа больше всех дает. А, только снизу рекаунта. Ну, он не понимает, с какой стороны просто ему надо быть. Знаешь, Войт, быть первым с конца тоже надо уметь. Стой, Вилаша, стой, назад, и Вилаша. Пожалуйста, вернитесь назад, давайте квест сделаем на 25-ку. Какой квест, где? Нахуя, блять, мы и так успеем, блять. Вы чё, не надо ничего вытягивать? Конечно, блять. Это мы такой хуйней занимались, когда ДПС у бичевский у рейда был. Берите квест и пошли хуярить. Не отдохнешься? Или в холике? Я хуй знает, в чём ты хочешь. Что там надо поставить? Какую программку сказал? Лутмастер? Ебашим, ёбаный. Да, ЕПГП лутмастер. Простите, понял. Всё, полчаса, видишь? Сейчас смотри, тени в рейде нальют, нахуй. Забыл, что мне дамажить надо, нахуй. Стою, смотрю на всю эту хуйню. Просто, блядь. Так держать, это так говорить, когда танка учишь танчить. Так держать, такой, как поставил отми. Ну, заебись, так держать. Вот так держать. Не, Ланечка, минус 2. Странная. Нихуя себе, минус 2. Ёбаный, падаем, ебать. Все, падаем, ребята. БР на кене. Лисаем бичей. Ну, советник, нехай, если он поднялся. А к чашке-то можно возвращаться постоянно, да, и кого-то пулять или что? Нет. Поднялся раньше бичом. Я два раза можно только использовать. А, я думал, просто неограниченно, так бы вообще по кайфу было. А это следующий, ну чё это? Чё, по одному, что ли, будем? Следующего. В очередь, суки, найдите в очередь. Собачье сердце, походу, никто не смотрел. Чем Вальку провести? Ну да, шарик. Шариков ты бронил, да, прекрати. Какой друид, блядь, пиздец, вихрь кинул. Ты стой, сейчас Валик бить будем. Попробовал, работает он. Давай Вальку с пулей мы проведем. Давай. Пробовал, говорит, работает. Не, ну многие, я ходил с ребятами, они вообще не знают, что есть вихрь, вообще для чего это. Да, есть такое. Я тут они пол сервера говорят, даунов. Я говорит, хил дерево, зачем мне вихрь там? Справедливо. Ой, пол сервера тут нихуя не знают, нахуй, 1-2 только да, понимают. Да, ответственно мало. Еще слюни с рта текут, нахуй, это вообще пиздец. Ну, 1-2-3 вообще. Все же хотя бы 3 кнопки знают. Вообще у меня их чуть больше. Ну, сука, блядь, ну придумывали, ну. Раньше, блядь, сидишь, 2 кнопки. На туре, блядь. То ли сейчас, нахуй, разъебываешь. Т5 будет еще интереснее. Пианино ебаная, нахуй. А не, там, ну, блядь, с каждым патчем кнопок все больше и больше. Не, ну, хуже так, ну. Получается, кнопки просто переворачиваются. Какие, блядь, как кричат на форах. Понервчили. Там начинает, это палец дамажить. Да, понервчили. Взрыв разума. Сука, блядь. Я вот сейчас на этом пианине ебаном играю. Да что-то хуй знает, либо придрачиваться, либо, блядь. Может, когда апнется, может, больше будет. В коте войт? Какой код? Это на... он на ДЦ, он на ДЦ. Я на ШПшнике, блядь. Он в точке. Да. Да, нахуй, мэтфокс, хуйся. Минус один. Заметили, у нас озвучка появилась, ДБМ, женская версия, пристройка такая. Это когда в КС... просто выкатили. В КС стреляешь, там кто-нибудь тебя минус один. Ты на кастомный сервак заходишь, где там в модах все смазано, как на Сирусе. Там у тебя ножи азимов там и все прочее. Фатификал, ты че? Так, а кровь с боссов лутается, да, вот эта квестовая? Какая кровь? Ну, на квесты мы взяли кровь. Ну да, тухлопуз, гниломорт.
Нет, тут не есть спасти. Который мы взяли на мешке открывать, где поезд. За 30 минут надо убить. Тут просто, просто не лутаешь, ты просто это спасаешь вот чувака. Вот минчар, минчар вот это вот. Видишь, луч идет в потолок. Вот его надо спасти. Надо Лану ездить. Поэтому Наталья его просто высушит. И выебет. Да мы ее там и выебет. Какого опустя? Высосит досуха. У вас две девочки в рейде, а вы... Ай, сурдая, ладно. Рыбка есть? Может, третья случает, просто и не может слово вставить. Только что, девочки, мы не знаем. Что теперь только про Мишек говорить? Залейте Иннер. Иннер, Иннер, срочно, нахуй, на Гендальф. Срочно. Ускоряемся. Да, кинул Гендальф. Гендальф, да, Гендальф? Да. Молодец, 500 ИП. Чё ты, потише, пожалуйста. Это слишком пошлый. Я понял, блядь. Извиняюсь. Нихуя себе. Бой полетели все. Все же старый пожилой пошляк. Кинетик вон. Нихуя, мы ему пол хп снесли, давайте еще быстрее. Ебать. А, да я кнопки не нажимал. Ну понял, мне из-за тебя не успеваем. Ёбаный. Старик, бля. Моб закрылся, я его хуярю. Кто там клубмастер танчит? Смотрите, чтоб сферы только с него не ушли. Ёбаный, я кинул туда ракету. Хуёво будет, да? World, стопай. Еще ракету кинул. Сейчас на меня походу пойдут. А че ему стоп? Если сверки с тебя уйдут, то сразу прожимайся. У нас тут с Invisible стычка жесткая. Ого. Что, может Геру? Ой. Зачем? Или на Лану ставим? Да на Лану давай ставим. Да тут-то чё уже? Три маленькой лампочки. Вот и всё. Блин. О, надо чё. Опять бояшка. Эх, Invisible. Они такие дешевые, не надо. Обогнал всё-таки. Все равно, хоть что-то, блядь. Не, я его это не ж не 100 голды. Не, я про то, что он тебя. А, ну да. Да мы там чуть-чуть менялись там по КД. 10к или 100к. Буквально перегнал. Он показывал равный ДПС. Но он все равно на перу. А, чё ты там под конец сделал? В смысле под конец? Ну, там это скипание крови какого-нибудь там нажал. Предать сразу. В натуре. Ну, легендарный, класс как-никак. Осколок посмотрел, мог, нету? Мог бы пару койлов не кинуть, да я бы вырвался. Клубмастера есть? Да. Так, блядь, чисто порадовать деда. А, у вообще 262, я понял. Спасибо. Ну, да. Давай, пусть забирает. Легендарный класс. Каким бы он бисовый был? И дай мне обратно. Там был бы пиздец. 40к просто две. Теперь слышно меня? Ага. Да. Да, я перезапустил. РЛ кидало пишет. В смысле, блядь? Забы кому-то отдал. Не понял. Кольцо. Кто-то тыкнул сотку за это кольцо? На меткость, которая? Ну, походу, да. Точечно хилам еще. Тебе надо это кольцо? Если мне? Что, ну, это и... Мне зачем? Я же на хила собираю. Ультраприст, он что-то это возмущается. Может, ему надо... Там, да, мне, да, так может, он по этому, по приору-то не вывез. Я потом, может быть, когда-нибудь на сову собирать. Сейчас я хила сначала соберу, я а потом уже дал Гандальфу. Да, давай, конечно. Ну, с женским голосом всегда приятно отдавать.
Латы, латы тоже отдай. Всё ясно. Не сабдали, ебать. Да, я понял. Как дела? Почему? Это я был. Берем изменения, это программа для изменения голоса. И ставим женский голос такой. Поняли, как надо лутать Т5 теперь? Как называется прога для изменения голоса? А? Прога для изменения голоса, так и называется. Называется? Хорошо попросить. Гудвин, Гудвин она называет. А, Гудвин, ну все, отлично. Я знаю, как за там, ДРТ придумал. Какой-нибудь voice changer. Да, вот отлично, voice changer. Ну, синтек знает, я взял. Ну, если скачала недавно, попробовать. Ну, работает. Тебе наоборот мужской голос. Ну, и пидор. Я себе и подъем, подъем. Женский рейд, да, единственным типа мужиком пойти. Я все знаю. Нихуя, а прикинь, если бы наоборот, ну, бабы больше было, просто в рейде, ну, бабы релят, все, и один мужик какой-нибудь сидит там, нахуй, ну, что-нибудь пизданет, ну, все, пизданет. Мешок прям сразу так. Там бы каждый день левый. Они к тебе нашли, чем заниматься. Бля. Может попробовать бабскую гильдию создать, вот чисто создать гильдию и прям баб. Я понял. Я ходил, с какой-то девушкой на Регорна, она там всех вообще мужиков обзывала, вы мудаки, вы бездари. Она так, я не знаю, она давно, как бы говорят, рейдит. Ну как, давай, это бревно, мудак. Я говорю, ты вообще какое право имеешь это оскорблять? Я же тебя дуру не называю там. Нихуя! Нет, ну серьезно, да пошло в этом плане, блядь, серьезно. Ну вагон, вагон, там обзови как хочешь, там вот это. Ты неравнодушный, да шулич плюс сейчас. Забей, она не играла. Нет, дело не в этом, она просто как будто, знаешь, там стопка самогона и такое, как понесло на меня. Это все круто. Она сидит с бутылкой водки играет, ты чё? Нет, ну я сейчас... И вешает она. Она просто так, так, ну, неприятно. И скажет, все, ты больше ни с кем никогда никуда не пойдешь. Я этого добьюсь, что-то начала, я тебя в черный список. Я говорю, да пожалуйста. Эй, ебать. Я мужиков солидарно защитил, главное, сказал, все, пошла. Удачи. Спокойненько это. Там, конечно, бывает, типа, да, блять, вы заебете, но нормально зато. Не, ну ничего, она прям начала на людей. Это... Ну, она частенько начинает. Я бы рекомендовал потом это договорить и сосредоточиться на бою сейчас, иначе может произойти вайп. Просто я сексуальности вообще никакой не обнаружил в том, что. Понятно, нахуй. Можно же сказать это, что приятно было обозвать там человека, да, а тут прям, да. Ой. Ливанулыш? Не, я выпрыгнул с лужи, меня ног-то в воздухе убило. Этот карбонара, давай рез не вой, да? Печа, а рез эти. Тотемы не забудьте трепета поставить. Хейла. На первую взятку язык куздам. Слышно меня, да, Зай? Да-да-да, давай. Там у кого-то... Мыши. Спасибо, бля. Чего не считаете рейд? У вас что, ДЦшников нету? Я не спойлила. Вадико. Ману проебал нах. Че, давайте Геру. Хуя, да, прыжок, хорошая вещь.
только что видел, как Редру укусили. Да, как укусить обратно. Хорошо. Как укусить обратно? Моделю кусается страшно. Укуси меня обратно. Я медведя могу. Через сколько кусать меня? 30 секунд. Ну, под конец, ёпт. Загорится кнопка, да? На единичке будет кнопка. Да уже не надо никого кусать. А можешь не кусать вообще? Кстати, попробуй. Она сдохла, старая. О, диск, диск. Здорово. Скриньте её. Войт накаркал, да? Так, синтезер. Живые, блядь. О, я заспринял, кстати. Я, кстати, умер. Мрёт? А я, кстати, бабл. А чё залагал-то? Добейте. Добейте. Жесть. Я залага не разошлись, ну. Всё, я добил. Добили. Спасибо, жесть Сирус. Какая-то, блядь. О, опять тупо что? Живой, дайте, дайте ему срез. А был. Потому что кошта одна. Сука, чё-нибудь. Так, может, я нажал. Не спасло. Я релогуюсь, пока побыстрее. А, сейчас Валька, стоп. Сейчас ещё не сомневаюсь. Поговорите с Менчаром. Что еще на это, на ХП? Что, обосрались, да, паладина вам опять затащили? Ну, как всегда. Да, палы крутые. Что? Мощные ребята. Че, 750 туда? Да, мне сейчас тоже выпадет. О, Синтек, нихуя. Амитрин, сюда. Твой триумф, нахуй, смотри, просто два токена на тебя, брателло, блядь. Может, кому-нибудь еще? Целых 750 туда, блять. О, мешки падают. Даже не 750, а 757. А нет. А вторую тройку. Не надо топать, ну, не напрягайся. Лишний раз. А почему не показывает? А, еще ротацию жать. А вы можете засумонить мне или джипсы поставьте? У меня шмотки красные. Засумонить? Куда? Сюда. Это куда? Дополнительный. Так мы пока трэш чистим. Там внизу ремонт. Это, беги. Тебя в Б-корпус или в А? Поскольку сейчас ОД-шку купают? 0,6, наверное, 0,7. Гол обмен. 0,5. Да. Ой. Да, подешевело. Это грустно. Киньте сумму, пожалуйста, друида. Вань, меня на БК закинуло. Я понял уже. Можно потом еще Саню взять, батя, Ирарника. И в пятером пойти уже. Ну да, ну да. Мы тут на храме к отмогу всех ебем, пиздец. Рома срегать будет целый день. Тоже вот этих знаков картеля стало что-то овер дохуя. Да, там теперь нужно 600 знаков, например, для шмотки. А, нихуя не... Просто нолик добавили. Ебать, они как конченые, что ли? Там, прикиньте, шмотка одна, 1200 этих знаков стоит, я охуел. Ебать, они охуели. Чё за знаки? Ну, для трансмога вот эти. Они нолик добавили теперь, блядь. Дурачки. А, серьёзно? Типа и больше цифр. Да, а дают их меньше теперь. Их и так мало давали, лол. Теперь ещё меньше. Я вот в магазин зашёл, вот как... Они потолка запихали, потому что часть. Вот и всё. Только для ПВП-шев, типа. Потому что в батлпас их только можно доставать практически. Ебать, я могу очки себе нахуй. И монокль нахуй. Монокль покупаю. Чтобы я был теперь это галантным воргеном нахуй. Нихуя. А отвернуть? Суманёте, пожалуйста. Что тут бой? Янтарный монокль и ювелира. Ебать, покупаю нахуй. Макс, а по-твоему дофига ПВП-ша, что ли? Я? Нет, я смотрю, у меня, ебать, 3000 знаков, я охуел. Нет, даю типа что чисто для ПВП-шев, я подумал, что нафига ПВП-шев? Я вообще ПВЕшный человечек. Ебать, наверное, как я пиздат выгляжу, ебать. Да, БГ, считайте, что за ПВП. Это, короче, пацаны, после босса при сумоните я монокль себе поставлю. Ой, нахуй монокль. Клинч добавили. Галантный, сука, нихуя. Я вообще хочу, чтобы они добавили трансмог, чтобы... А какой ты ставишь себе, рубиновый или янтарный? Янтарный, ебать. Почему не рубиновый? Потому что, ебать, на цвет глаз не подходит. А противотуманные очки тебе не нравятся? Очко противотуманное ты не хочешь себе поставить? Да было бы куда ему ставить, на окна, что ли?
Оно уже все пробитое. Я понял, не пес. Сука. Вам вот видно по кого-нибудь пробить, блядь, мужики, пиздец. Там кто-то в танках, походу, шарит. Да, там за пробитие разное, да? Да. А какие виды пробития бывают? Топа, ты там случайно не поигрываешь в танки? Полное не пробив, там не пробив, да. Есть, короче, пробитие, нахуй, рикошет. А броня не пробита, блядь. А броня не побрита, да? Ты забыл самое главное, не попал в броню. Самое топовое, это есть попадание. Бля. Есть пробитие. Есть пробитие. Шарит. Есть пробитие, там он говорит, а не есть попадание. Нет, есть попадание, и когда ты нихуя не сбил, не уронил. Да, да, есть такая хуйня. Это самое бесячное. Ну, когда просто не пробил, жахнул. Из всего, что там есть. А, мне больше War Thunder нравится, ебать. War Thunder — это где самолеты чистые или там что-то тоже есть? Самолеты и танки. Там и танки, и самолеты. Господи. И корабли, по-моему. Я понимаю, ты песню Моргенштерна переслушал, но давай не надо, пожалуйста, только не это. Песня Рамштайна? Моргенштерна, блин. Нет, я слушаю песню Рамштайна. Не знаю даже, кто такой Моргенштерн, блин. Моргенштерн? Репер. Лучше не знать, бро. Репер? Долбоёб, да? Репер. Ну да, ну конкретный причем. Признанный агент. Ну это равносильно дауну, да? Я думаю, хули Пет не дамажит, а его нету, ебать. Я понял. Хорош, продал своего Пета. Слушай, ну молодец. Ладно, что Войт Крузо не дамажит. Ну ничего мне хитрости, блядь, не кидает, а сижу где-то. Войт, ты осознаешь, что ты можешь себя уже позиционировать как старым? Да это не знаю. Иди куда погнали. Куда идёт? Куда? Назад. Чуганы, блядь. Гэндальф, уйди назад. Гэндальф, вернись. Ты не пройдешь. Вторая кровь где берется? У меня, ну, два квеста дало, да? У вас тоже под... А, это десятка, блин. Все, понял. Это не кровь, это спасение. Вы босса с капля крови. Да, я понял. Понял. Ебаный в рот. Ты понял. Не каждый может понять. Я понял, что он ничего не понял. Каждый сможет. Пизда, он сегодня флудорит, нахуй. Да ладно тебе. Ну все, видишь, все так, узнаете, нормально. В понедельник в Геру, ой, в воскресенье в Геру пойдем. Да, на Синдре посмотрим. Погоди, Войт, погоди, у нас Констебл и Инвизибл. Да и бегут. Да и похуй, погнали. Давай, Войт, они бегут, они идут, блядь. Все, проебались, нахуй. Жалко пацанов так-то, что поделать. Да ну вообще, ребята, блядь. Ну, получилось. Че, в Солянова захиливаю, да? Солянова, да? Гламурщина. Я, кстати, сначала не понимал, кто такой Гламурщина, потом смотрю, так это же наш хэпал. Ордофлекс, а вы перешаиваете? Тише, блядь, Ордофлекс, а вы друзья это с Гламурщином? Релания умер. А Гламурщина, нет, это твой друг? Я буду жить вечно. Да это бывшая моя. А, типа, я не знаю. Не, просто я не понимаю, нахуй, почему его отправляешь. Ой, там вахуй, наверное. Я что, на базар? Мне кажется, уже пару челиков там Рианти точно замутал пол рейда, наверное, блядь. Какой из локов поставит себе щиток? Я просто смотрю, ну, типа, я вижу никнейм у него написано «Гламур член». Я думаю, блядь, что за хуйня? И ник какой-то знакомый, и понимаю, что это, ну, типа... Какая-то хуйня. Смотрю, World of Flex. Думаю, ладно, похуй. А потом смотрю, так это же наш хэпал, блядь. Давление фул с левой стороны, вон тачка. Блядь, а ты сейчас еще Бен Стиллер придет, там вообще будет пиздец. Да не, типа, допустим, low skill, это еще, ну, типа, логично, что это Седжу. Сразу понятно. А вот что там еще есть? Скверноглот. Ну, это Авиланя. Да, ебать, угадал. Что? Ну это ваши ники в детейлсе, блять, вы их сами писали. А, Скверноглот? Ну. Это я. Любители мужского тепловли. Что, блядь? Это любители этой, блядь, теплоты деда. Мужского тепловли. Ник странный, конечно, чуть, ну ладно. Вот ты бесквердно. Адель, давай попизди чем-нибудь, Синтек заебал же, да, блядь? Это... Заебал его, блядь, мужской голос слушать. А чё? Мужской. Ну такое, да. Это было хорошо. Это кто, блядь, дерево?
Я случайно, я нажал, извини, я первый раз хилон. Так пойдем, если ты хочешь полетать, погнали, полетаем. Летаем по часовой стрелке, и все. Залезай вместе, полетаем. Посмотришь. Что-то оно не сильно бафнуло, чтобы прохиливать его дракона. Там не намного. Да ты три штуки собрал. Ну я-то думал, сейчас прирост маленький. Вы что, за ручку там собрались уже летать? Давай, ты ходишь, нет? Неужели? Давай, давай. Ну сразу уже. Давай. Против часовой тогда летим. А дымок он повышает, нет? Хоть чуть-чуть собери. Да, повышает дамаг, повышает. И дымок тоже. Это гильдия перебивает. Охуя, весь рейд, блядь, в порталы съебались. 11. Вела не хильт, она сейчас идет. О, да не прохил вообще какой-то. Я понял, блин. Гламур ушел, все, хила нет. Давай, не забудь сейчас зайти тогда. Пойдешь? Да, да, где ты? Да вот сферы стоят. Просто в сферы, вот зайди в сферу. Все, зайди в сферу, полетели. Погнали. Ты где? Хватай, ага. Че синтек такое, нахуй? Подзаебался пиздеть, да? Не дают пиздеть. Не, слышали, он такой, блядь, выдохнул. Ну да, синтек, когда не дают, тяжелый это проблема. Вдох. Нет, тяжелый вдох, это то, что, ебать, после РТ у меня останется 2 часа, чтобы посидеть поиграть, а потом мне на работу. Нихуя себе, блядь. А во что играть будешь? Расскажи. Ты убираешь сразу. Ring of Pain, 100 крови. Ну там, короче, карточная игра условно. Рогалик карточный, вот. Но она прикольная, ебать, затягивает. Дурака. Залазишь, нет? Пойдешь, нет? Иду. Давай. Давай, вверх. Поехали. А что за игра? Там... Ну она такая, типа, немного страшненькая. Ну понятно. Ну, вообще, карточный рогалик. Все понятно такой сразу, блин. Понятно, рогалик. А, рогалики любишь? Да, рогалики люблю. Да, но в то же время почему-то нет. Ты, Милане, как топ уже стал, что-то там. Рогалик. Блять, а чем вот эта игра не рогалик, нахуй? Мы тут умираем, умираем. Не знаю, что ты, блядь, разгоняете какую-то хуйню. А чем этот контент, блядь, бесконечно повторяем? Сейчас мы умираем, но когда CLK-25 он был актуален, мы же, блядь, вайпались на многих боссах. Да, как да, вещи. Да, был актуален, я не играл в это. Сколько у вас там стаков? Ну мы последний раз летим, я так ради прикола зашел, по идее захилить уже сейчас мог. Хорош, брат. Сейчас посмотрим, где. У меня 40. У меня там уже 67. Давай, хиль, как не в себя. Да, хиль в элитрию. Давай, ебаш. Давай левой, правой, снова левой. 81%, мало. Ой, полетел. Я забрала просто. Да. Что там, кто-то на бога, да, ходит еще? Да, нас тут трое. Сейчас мы догоняем. Долго уж. Что, дохиливаете там, нет? Не очень. Да, конечно, 93, 94, 5. 5%, 8, ебать, 99. О, хорош, мужики. Энтка, ваааа, нахуй. И у всех убило, вы прикиньте. Вот, блять, вот прикиньте, дура, нет, чтоб с нами на синдру прийти, нахуй, на нее рыгнуть, блять, и все, нахуй. Опять боешка. Боешка. Она не может мать обидеть, ты понимаешь? Ну, это уже подороже боешь. Ну, я понимаю, что лором это как-то, ну, обусловлено, ебать. Что там даже квест, если мы ее душу там пытаемся, нахуй, спасти, вся хуйня. Только не мне. Тебе. Уже, блядь, мышка сама двигается, блядь, в сторону его ника, блядь. Сижу, блядь. Уже всякие знаки, все даггеры. Эти печеньки, все даггеры, которые существуют, ссылка у меня есть. Похуй, что нахила, все равно седжу отдам. Макс, ты просто не понимаешь. А потом у меня совы спрашивают всякие. Чё? Мать, а, точнее, Эрдру мне спрашивает, чё, ты можешь отдать мне? Да, я спрашивал просто, если он лучше, я же ничего не говорю. Нет, равно. Я могу вернуть, если кому-то даггер надо. Да не надо, уже нужен даггер. Это мусор. Травма на тебе, это бис, ебать. Ты не травму будешь... Не ту, даггер выбили еще просто хиловский. Я просто спросил, если лучше. Он хуже травмы.
Да, да, это понятно. Я и говорю, верну дагер, кому надо. Рогу надо в заклинание собирать. Да выкинь его нахрен. Давай. Я что, я жопить не буду шмотки. Ты ходишь к Сежду в гости, ебать, и спрашиваешь, а ты что-нибудь коллекционируешь? Он, да. Заходит в игру и показывает у него весь банк в кинжалах, блядь. Угу. Магические, ну, блядь. Один на понедельник, на вторник, на среду там, да. Вот в этом я гоняю, короче, два дня. В этом я его просто взял. А этот магический кинжал. Седжу модник, да? Чтобы биоту дамажит. Как вы можете меня? А что это за... А что это за скримеры там? Пацаны, в центр, в центр. Прием. Пауки, пауки вокруг. А, ебать, нас окружают. Нас взяли в этот... Котел взяли, пацаны. Котел, блядь. Ну котел, ебать, ну это такой тактический ход, когда окружаешь противника, ебать. А скажи, в бутере, в бутере, мы в бутере. Как там есть поговорка, час от часу не легче, да? Да, ответственного. Да, они пускают в расход детей, вы понимаете, какие они изверги? Кто? Ты играл Metal Gear Rising вообще? Это просто карлики, блядь, бегут. Не, а-а-а. Там же написано детёныш. Чё-то синтак тебе нельзя энергетик пить вообще, по-моему. Я, да, блядь, а я колу пью, мужики, я колу пью. Ну, знаешь, с колой это зря. Если его с колой уносит, нахуй, чё будет, если он энергетик ебанет, нахуй? Там два, например, сахар, сразу. Большое содержание. Вот видишь, с чем, блядь, яичком или вискарем у тебя там? Он, ничего. С водкой, значит. От сахара перевозбудился. Не, да блять, я просто это. Мне не с кем пиздеть, большую часть дня я просто молча сижу, а на РТ, ебать, я себя высвобождаю. Такой, о, блядь, как пиздец. У нас собрание было, блять, там что-то говорят, я говорю, блять, всем так похуй. Кто это сказал? А? Всем так. Все позвоню ребятам из общаги, скажу, что это ты там пиздишь много. Да ради бога, ебать. Так я. Они потом спросили, кто это сказал? Я говорю, я. В синтоке сидите. Это пиздомол. Меня, блядь, на меня мой староста смотрит, думает, блядь, ты чё, клоун, что ли? Ну да, блядь, хули нет. Не, ну, а, блядь, как можно час пиздеть про толчки? Ну, ёбаный в рот, ну мне так похуй. Можете мне нравится. Ну, нравится им про говно. Толчки мне нравятся. Вот у меня, короче, ебать, друг ко мне приехал домой. Он, короче, срёт и не смывает за собой. Я его спросил, ты почему не смываешь? Так я в деревне живу, у меня нахуй яма 15 метров, смывайте. Я больше не пробовал, да? Заебал. Яма 15 метров. Ой, хорош. Не, ну а хули, а тогда, так-то если подумать, хули, если он, ну, всю жизнь привык, там же нету смыва, он просто посрал в дырку, да и пошел, хули, похуй, пришел к Синтеку, тут то же самое, он просто когда срет, ну, уже мозг, ну, мозг отключается, это нахуй, просто человек выходит. Это рассказывал директор нашей, это, блядь, общежитие, ебать, ну, типа, что, хули, вы тут, сука, срете, нахуй, не смывай за собой. Так ты ему эту историю про друга расскажи, нахуй. Что, блядь, может, некоторые из деревьев... Или чё? Так это или... он не рассказал эту слышишь? Историю. Он или он просто против деревенских что-то имеет против, нахуй? Или что он... Mm-hmm. Как это называется? И вот феминизм это против женщин, а деревенизм этот вот да. против это... деревенщин, нахуй. Ну, понимаю, короче, это что там... Ему скажи... Его затыкать. Да, ты на следующем собрании ты надави на его это, мозг, нахуй, чтобы он понял, ты нихуя, чтобы он, блядь, не связывался больше с вами. Да не, мне здесь еще, нахуй, это полтора года жить. Ты вот, скажи, ты что-то против имеешь, курсе, нахуй? Блядь, на четвертом курсе, блядь, я буду там пиздеть. Они вообще охуели, они еще сказали, мы имеем право к вам заходить в любой момент, даже когда вас нет или вы спите. Я говорю, учёбку. А если у меня... На столе лежит, нахуй, 2000 рублей, а потом они пропадут, нахуй. Если, допустим, вот ты дрочишь, да, блядь, и она расходит. Понятно. В натуре, вот, блядь, а вот если я, нахуй, вот, дрочу, допустим, а заходит, блядь. Ну, это будет все, это будет единственный раз, когда ты посмотришь вот так, и все. У тебя это будет прям триггер. Не, блядь. А они заходят такие, тебе помочь. Знаешь, это не... Закрой дверь ты на ключ, чё ты... Так в том-то и дело, что они, у них тоже свои дубликаты есть. Гвоздями забей.
Макс, Макс, факту, главное, девочки не приводи, когда нет, а когда в общаге, видишь, и все. Короче, нет, ты можешь ширму поставь, чтобы тебя видно. Да похуй на ширму, нет, ну там вот банально. Там чисто сцена из американского пирога. Вот я буду на работе, они зашли, у меня на столе лежит там, ну, 1005, допустим. Ну, представим, что у меня есть 1005. Почему у тебя 1005? Я вот, например, никогда деньги на стол, у меня все на 300 рублей мелочи, у меня столько нету. Положи в книжку. У меня столько нету, ну просто представим, у меня 5000. И вот они пропали, блядь. И кто их спиздил? Логично же, что, блядь, я первым делом подумал на тех, кто, блядь, зашел проверять. Просто мне ветер подул, не со стола. Да, может, птица залетела, взяла себе гнездо, нет, положила. Нет, нихуя, ебать. Смотри, потом это скажешь такую хуйню, они скажут, ну, поставим кабель в каждую комнату, и все. И там не то, что подрочить, там даже нормально это, посрать не сможешь. Ты раскруточку устроил. А у меня, говорит, 5000, говорит, на столе лежит на карте. Не клади их на стол, ты чё? Не, ну просто представь, у меня нет... Положи муляж 5000 сначала, попробуй. Если он пропадет, значит, да, не стоит класть. Да нет, блядь, пропадет муляж 5000, я скажу, у меня 5000 спиздили, блядь. Нет, я скажу, 10000 спиздили, блядь. Чем мелочишься? Сразу сотку говори и погнали. Да как Иван Васильевич. У меня точно нет сотки, но вот ебать 10. Ну а кто знает, что нет сотки, кто знает, а ты чё, блин? Ну, если бы у меня было 100 тысяч, я бы вообще их не жил. Скажи, вы кассовы спиздили, всё. Да ну, блядь, снимать. Ну так-то тоже, блядь, тут я оплачиваю косарь в месяц, а... Сколько общага стоит? Косарь. Косарь, ну вот смотри, тебе пропадает 5 тысяч. С декабря подняли плату с 900 до 1000. Ну вот смотри, ты... Подаешь 5 тысяч на это, на стол, пропадает, ты такой, где деньги? Ну, за 5 месяцев вперед заплатил, все. Да, да. И все, как доебешься человека тебе, все никак. Ну, есть еще вариант, поставь камеру там, недорогую какую-нибудь, и записывай все это дело. И когда они возьмут, ты скажи, вот, у меня есть материал, пятерки мне, давай. Нет, нет, ты просто за дверь встань, так, как это, как в фильмах, типа, они заходят, такие, хоп, никого не видят, а ты такой с камерой стоишь за них, ага, снимаем. Вот это вообще нормально было. Блять, кидаю РС-ку чуму сегодня успеем, да? Раз 10, ну да. Кидаю чуму раз 10, а она, сука, не кидает. Думаю, ебать, или я даун, или что, нахуй. Кидаю еще раз, нахуй. Этот ебаный дракон на него не кидается, просто болезнь, блядь. Сука, ну, тварь. Это же дракон, он как минимум... Да грипните вы его уже. Как говорится, как ротация топовая, да. О, вайп. А что, за хил будет? Захил. Я сейчас сдохну. По хилю на ханьке 1000 голдов. Ну, а чем ты будешь хилить? Бинтами? Бинтами. Взял с собой? Ну, у меня есть вот за первого уровня. Чё, БР, нет? Бать ты хорош, синтек. Не, ну есть, у меня не прокачано, что я могу сделать. Бед, да блять, кусай нахуй его. Заляжку. Хорошо. А чё, зря его... Только у него ляжки нет. В смысле, ляжка у него есть, но это же кость, ебать. Забедренная кость. Я считаю, что если нежить, ну, типа, если собака кусает нежить, то по ней должен быть повышенный урон, поскольку он костлявый. Вообще. Ну, год я придумал, конечно. Именно собаки, да? Именно собаки, ебать. Ну, типа, ебать кость. Ну, хорошо, окей. Не собака? Это не так. Ебать, не надо кость. Гиены, гиены. У них умение, это то, что они этот... замедляют противника, но можно же увеличить урон по нежити. Знаешь, Макс, такая есть такая логика, они это же ну, подожди, все танки выходу. Должны быть жирные, знаешь, все танки должны быть жирные, то есть у них надо к выходу, блять, а не к синдре. К выходу, на выход, всем на выход. Дракон. Топа не отхилился. Топа. Уронили. Там еще один сейчас откиснет. Фрот, Пета, убери, ёбаный в рот, ты что, блядь, меня убиваешь? Нет, сука. Вернись, блядь, сквозь текстуры как-нибудь, нет, он умер. И чё дальше? Ну, синтек. Аху, притворюсь мёртвым, блядь. О, мёртвым притворился, что он ушёл. Эх, блядь, собаку убили. Ай-яй-яй, убили, негры. Слушай, Ваня, предлагаю пачкой этой парами легать, потому что мы так реально будем года два ждать. Да, наверное. Я в холле коспек, но если Дискорд выключит, чтобы игра не лагала. Угу. Хорош, а как ты анонсы будешь слушать?
Вот да, у меня ДБМ стоит, что. Если что, просто за толбой буду бегать. Это, можешь на телефоне поставить? С кем и ты с телефона бегал? Зайти. Да, вот я так в тот раз... Давай я тогда буду с призоном или с бедаем, не знаю, как это угодно. Сейчас перезайду. Давайте так, кто первый сдохнет, тот лох. Ну, опять призона, я пойду с бедаем. Подрайся. Ты сразу с печеньки, в печеньке стоит, да? Подожди, дай попью. Короче, я бегаю. Сейчас бегу. Так, я хочу это... Я обязательно выжил. Если я умру, то знаете, я бился с честью. А вообще, надо, да, короче... Да толку, зачем блядь. Тебе, зачем тебе сопротивить? Был бы ты хоть хилом, блядь, а чё толк на 2 вара? Нормально, зачем хиль там? Мы-то бога влегать будем. На бога чё хилить? Надо на Воргене забить пацанские цитаты и каждый раз... Можете там другой перейти канал, у нас тут синтек и так и релит нахуй, пиздец вообще. Мы на замене сидим. Вот именно. Это перейдите, где-то что-то регаете, там вот синдра сейчас лечит. Еще будем лапиться. Так, давай дальше рассказываю. Так, давай, ну, сделаем. И Вилаша, дай паэль даже. Я думаю, все готовы. Устал бегать. Я жду, когда будет готовый Вилаш, чтобы мы могли курить босса. Принесите ему каталку, он бегать устал. Вот, спасибо, у меня есть опрос. Принимайте. Я подготовилась. Молодец. Молодец. World тут нет. World. Ну пиздец. Давай пуляй. Он помрет и будет. Да, глыба на него и в центре рейда. И все на этом, да. Я в печеньке стою, да? В 25. Да, мы все стоим в печеньке. Ну, это на второй фазе. Подойдите поближе, пожалуйста. Скоро притяжка, вон готовьтесь. Беги, малышка, беги! Ебать, выжил. Ого, никто не умер. Тапка не сыграла, кто ставил на мой смерть. Так еще не конец. Одна в кружок, две лево, две право. Не получается, да? Ну, нахуй надо. Бичу гены, блядь. Опа, ебать. Раз, два, три, четыре, минус четыре. Это пиздежа поменьше. И глазки пошире раскрываем. Вайпаться будем сейчас. Блядь, у меня очко сгорит. Покикаю нахуй, будем 20 тел закрывать. Э, вы сейчас глыбу распиздухайте. Алло. Алло. Бичи нахуй. Их 70% живы. Готовьте скорую притяжку. Морщин, забирай. Что? Ауру забираю просто. Блядь. А, блядь. ДБМ на 8 секунд не ебал. Карбонара, как дела? В олени не можешь превратиться? Да как? Мог. Ну так давай, Мудфок, срезай его. Да я побежал вместе с вами. В оленя превращайся в следующий раз. Забафайте его. Нихуя, блядь. Ты можешь облики забить на там F1, F2, например. Далеко тянуться. О, блядь, чё, глыба она меня убила.
Пиздец, ты не видишь нихуя или чё? Да как вообще? Да я вот за глыбой так же, как и все стоял. Хуёво ты стоял. Блядь, бичи, ёбаный в рот. Хоть выжили. Ну что, дауны? Наверное, частицы у него на минимум стоят. Хочем тебя разбивать. А нахуй разбивают глыбы-то? Не, по факту мы так и проживаем, ебать, так что, да, правильно. Так это хуйня, это, по крайней мере, если подготовка к хэму, то это, блядь, и вайб. Да, это вайб был. Мы, если что, сейчас не падаем, так что, блядь, это, скоро фаза будет. Зози, резай еще раз. Вставай, иннер ему дай. В кружок готовимся, уже уходим. Я в кружок. Первую звезду и сразу разбить. Топи звезду, сразу разбиваем. Мили ушли. Забиваем. Следующую туда же будет притяжка. Стоим, ждем, не бьем пока. Стой! 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 После притяжки разбиваем. Ну, можно подбивать уже. Все зависли? Да, да. У меня, да. Блядь. А, великая потеря. Это метка, 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 вперед неси. Сэджу, сэджу, сэджу. Отошли, отошли назад, отошли назад. Ауе даем. Блядь, как. Тихо, ауе даем. И Вилашу выйдите, подхильте Вилашу, на хп даю гиб. Да, захилю, захилю, захилю. Блять, на мне еще это, хуйня. А уешьте эту хуйню, иначе по-другому не убить. И я тучку отнес влево, когда разобьете рейд, меня тоже слева разбейте. Я не вижу нихуя, вы разбили глыбы? Бейте их, по-другому да, не да, убить. Разбили. Разбивайте быстрее. Холи ДЦ на хп, Вадикон в звезду. Ну. Хильтесь, хильтесь. Меня разбейте слева тоже, РДД. Босса успеем добить, просто убейте глыбы. Глыбы, все играют глыбы. Веласа падает, хильте. Хильте. Поднял, поднял, поднял. Все глыбы играем. Сейчас одну в сторону отнесешь. Давай, Мэтфокс, в сторону. Одну, похуй. Там, еще там должен быть. А, нет, 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 неси, неси, под, неси звезду, уходим. Готовимся. Все блядь, вправо. Спрячемся за нее, сейчас притяжка будет. Бежим сюда. Я за глыбу. Все, стоим. Вот, притяжка. Все, разбиваем сразу, зергаем. Следующую звезду. Ультраприз дай на хп. Звезду ставь. Танков, нам... хильте, танков. Не успеваю, успел. Все, это, подхильтесь на фулл хп все, поднимитесь. Вот что, я стоял вместе со всеми. Вообще, в одном месте. Ультраприз, скинь, пожалуйста, этот, гимна мана. Следующую звезду сразу разбиваем, подольше поиграем. Разбиваем. Еще одну притяжку подождем, и там уже будем добивать. Звезду, констебль, милики ушли. Сразу разбиваем. Притяжку точно подождем, потому что там бы она нам помешала. Ультраприст. Звезду, 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 видишь, милики ушли. Сейчас будет притяжка на нем. Стоим ровно в кружке. Будет притяжка. Вот. Все, давайте Геру уже сейчас. Рогов захильте, Ханта захильте. Все остальные в сторону и фул по боссу. В сторону овивания. Блять, твой фурз не убили. Фул ДПС, ничего не стопаем. В бок, куда-нибудь. Победа. Главное, ну, не паниковать. Когда 5-7 глыб заморозилось, там 10 даже, можно их разбить. Но самое главное это понимать, что приоритет именно их разбить. Во, это надо карбонари, он точно жмет сотку. Сотку? Сотку жмешь?
А, ну она. Да ну нахрен, я сдох три раза, вообще у меня минус проло, ебать. Подгруди сотку жмешь. Да не, ну посмотри, у меня захват для метания снежков. Вот, ну, короче, вот говно, что ли, по сравнению с этой штукой. Ну-ка, линкани. Захват вроде лучше даже. Пускай у него будет захват, если там сокет, он лучше. Крит, ебать. Гандальфу отдам. Там соки там, ебать. Ну да, тогда попиши. Соки там. Ебать, там было в хенд без соки, там охуеть, надо было тоже фармить. Покоритель. Так там да, классные там штуки были. Там красные соки. О, лак, оставай! На лече валик не сабрите. Как дела, нахуй? Почему я? Очки, я в ДЦ спекаюсь или в холике остаюсь? А кто такой ультраприст? Я почему-то постоянно первым делом за него глазом зацепляюсь, и он постоянно прям, я ему сказал, он сразу сдает, что надо. Прям максимально адекватный чувак. Можете в 2DC. Можете в 2DC. В принципе, пусть один холик, один ДЦ будет. Там получается, не в кого? Да в кого хочешь. Окей. Хотя что-то, мне кажется, это опасная затея. Что-что? Да, там карбонара слабый, не шарит его, надо страховать как-то, еще хил что ли нужен. Ну давай в холике тогда буду. Я на синдре первый раз был вообще. Ну сейчас за еще и на лече первый раз. Ну за столько времени, да, и еще в том контенте мы его только, может, в десятке. Блять, кто там что сагрил? Нет. Ты сагрил что-то? Нахуй ты агришь? Ну ебать, не беги, не стой на месте, тебя суманут, блять. 6 раз умер за последний. Заходи в инст. Карбонара, блядь, не шевелись, стой как столб, нахуй, ты дерево, стой, врасти в грунт, и все, и стой там. Да, представь, что ты дерево, ебать, я тебе ставьте шкаф. Блядь, я вот думаю, кого поставить страхануть, Хэлла спекать, ДПС и дохуя дает. Меня спекнуть, может. Побегаю на... Тогда им шанс, нахуй. Не, я не верю в шанс, блядь, ну, два холика, ДЦшник, гламур. Там просто если кого-то схватит, гламура того же схватит или ДЦшника, пизда рейду сразу. Я спекнусь, короче, побегаю на челе. Ну давай я в ДЦшку спекнусь, если холик. Не, будь в холике, и угу. Я просто в подстраховочную спекнусь. Если карбонара сдохнет, мы в пятером останемся. Этот, угу. Карбонара оффхенд откуда забрал? Интересно, для этого, который в ДП. Это снеговик. Эвентос. Да, снеговика. Вот рыба, 25 тысяч этих снежинок стоит, там вообще не так, проблема. Проверка, быстренько убьем и это, и РС-очку. РС-очку. Рейстабаф. ХМ, да? Да? Какой ХМ? Обычка. Винту. Тебе анальной боли не хватило вчера? Или тебя вчера не было? Ну, нет, в смысле, я был. Винту. Нет, не хватило? Нет, не хватило. Ну, мы это... Потренили, все, пора закрывать. Ебать, там ступни бис, нахуй надо. Нихуя, сейчас поразвлекаюсь. 4 приста хилимся еще. Какой перезайду? Сейчас тебя выкинет нахуй за ворота, отменяй эту хуйню. Все. Вы че, блять? Бой, вон, видишь, лишь спустился. Я подиспойлю, чильте. Есть чилить. Помолвно. О, лично. Знаем, кому ГП закидывать, да? Сейчас, кто танчит? Хукмастер на боссе. Хукмастер на боссе, есть хукмастер на боссе. Готовьтесь, пьем припроты. Раз, два, три. Два. Раз. Ты первую, кто там ДЦшник? Ты первую, вторую считай, а я третью, четвертую, пятую. Третью кто успел? Матрисик. Так, Адикон. Байк вы там крутите, нахуй.
Ма, 2 секунды. Оли, блин. Не успел. Монолёт. Вела 60. О, блядь. Вернись нахуй, псина. Тоже иступили на этом. А, на этом иступили. На шаткале. Блядь. Нет. Пули лагает нахуй, да? Ну, да, чутка. Я не дух три раза с одного и того же человека, что ли? Дай водикон по войду, Виндер. Прикол. Валькиры три. Однокнопочный класс, нахуй. Осквернение. Осквернение из-под лича, из подвалика выше. Да нет, да нет. Это чё? Warframe? А, ладно, хуй на него. Сейчас будет и вальки одновременно, и осквернение. Так что сразу на кольце стоим, РДДшники хилы. Милики, выходите из центра. Танк тоже готовься выносить. Не зыбку зал, бля, это. Стана нет. Падаж нет. Валик, валик, бейте. Вальку, алло, блять, хули Валька улетает? Прием, стан ей быстро дали, разбили. Ну, ромбик нахуй не видит никто? Прием. В сторону этого летите, портала. Сейчас с центра вышли все, осквернения 3 секунды нахуй. Потом уже возвращаемся к центру ключу. Вот. Ключу быстро возвращаемся. Выражение. Так, все, ключу, ключу. В осквернение хотите лететь? Давайте в квадрат встаньте, в звезду встаньте, вы на эту сторону. То войдите в лужи, блядь. Сейчас захилим заражение. Фулл ДПС, валик бейте. Меня схватило. Все нормально. Разбивайте, веди лича на край 1%. Велича с вальками веди, лича веди с вальками. Осквернение 3 секунды, разошлись. От лича немножко отошли, рассосались. Смотрим на ком осквернение. Осквернение и к краю идем. И к краю идем. На край идем. Готовимся прыгать. А, бля, не шутка была. Ну, в смысле, бля, не с обрыва, блядь, а на это. Я подумал, ты че. Два луча с рейда немножко разойдитесь. На мне похуй, пусть будет. ТПС покрутим. Да это обычка. В хэмке-то ни хрена, ломает люто. Ну да, там дамаг повыше, хули. Задов. А, синтак, что, блять, в гере лежит, что в обычке нахуй. Ну похуй. На сложность. Синтак, я понял. На сложность. Вообще-то, я... В Гере не умираю по таким причинам. Я понял, мне блядь. Просто позвонили, блядь, и я что-то забыл, что надо к боссу подойти. На краю лича ждешь, на краю лича хукмастер ждешь. Да.
Зози захилим. Все, духи уже на ту сторону идем за звездой. Все, сейчас уже щитовать весь рейд не надо. Наша цель только это хилить. Не по центру идем, не по центру, вы че? Нет, 5 секунд до осквернения. Осквернение, готовьтесь. Икли и залича прячемся от духов. Все, залича прячемся. Где осквернение? А вот. Прячемся за личом. Духи летят. Оп, ща уйдут. Глашу похиливаем. Все нормально. Ну и то же самое повторяем. Убегаем уже. Скоро оскренение будет 2 секунды. Как оскренение разольете, за лича прячемся. Все, за лича идем. Прям на лича направляйтесь и идем, прячемся за ним. О, бля! Зузи второй раз. Зузи опять, что ли? Все, уходим. Оскорнение немножко, сейчас разойдитесь, да добивайте лича. Так добили бы, бля, отсюда. Че, добивайтесь. Оскорнение под лича на 1%. Да, кайф. Классика. Давай, заходим. Захожу в оскорнение, прыгаю. Оно не растет быстрее, вы видели, из-за того, что прыгаешь? Все, блядь, миф развеян. Все видели, нахуй, я понял. Наебали. Ну, вообще-то, если... Видели, все, войду ХП, нахуй. Оно не медленнее, не быстрее, никогда не растет. Оно растет всегда одинаково, блядь. Просто оно работает, как этот, как и, скажи мне, метка на собаке. То есть оно так же вот... Вот если ты запрыгнул в него, и у него свои такты. То есть если ты попал в такт полусекундный, типа, ты можешь на него запрыгнуть и даже дамага не получить. У меня такое было на циркуле, я запрыгивал, ну, на тапках. Вот. Поэтому я всегда типа боты плюс прыжки спавлю. Да, то есть боты плюс прыжок, и ты можешь даже дамага не получить, я так делал. Да, так и было. Ну вот, получается. Боты плюс прыжок, хуяк все улетел, короче, за борт. Не-не, он не подкидывает. Боты взрываются инженерские только в тех локациях, где можно сесть на коня. Здесь нельзя сесть на коня, поэтому здесь никогда они не взрываются. Ну, 23-34, отличный результат. Сейчас. Что там, есть кто на замене, нет? Вроде не было никого. Я на замене тут. Биг Дэм на замене еще. Я на замене. Так, ну, ну вы завтра. Ну, вы завтра же пойдете, правильно? Ой, ну я завтра за другим персоном пойду. А я после двух рейдов меняется звание в гильдии. Так что. Нет, когда мы его тебе поставим. Да сейчас тут... плюсану. Ой, зачем я Валента взял? В Геру ходишь уже. А, раз. Валент же был, точно. Валент, ты завтра будешь, нет? И Карсколк, сука. Дмитриас. Нет Карсколка. О, Даггер хороший выпал. А, и Карсколк. Нарога. Что доза лупа. О, это все же надо. Ну, на соточку берите Даггер. Не, мне не надо. Пусть соточку ставь. Ракшейн это кто, хапал? 241. Крипто Даггер кал. Да-да-да. Это вот аж. Это в субботу будешь, Ракшейн? Не, он там без вообще Т4, по-моему, этот Ракшейн. Ну, пусть лучше с этой пойдет. Там не вапи дело, вроде в секунду. Митрион, ой, бать, мусор, лут. Так пиздец. Что бери. За 10 отдай. Ой, берите его от меня. РС-ку идем. РС. Кому надо этот? Где там сидит? Просто бесплатно крипто отдай. Да не мне, не понял, бля. Но он другим рогом не нужен. Покоритель. Крипто без него дамажит. Бля, Сизу съебался. Крипто, значит, закинем, нахуй. Опа, Синтек, нахуй. Твоя, блядь. Я съебался. Сука. А рубиновый светильщик долго бьется или нет? Хукмастер за вас отдувается, ему осколок надо лутануть. 30 минут максимум. 30 минут, ну вот, я крайний, потом наработаю. Так, да, ну пошли. Пошли в РС-очку летим. В принципе, даже перезаходить не буду, есть кто потанчит, все есть. Да, нормально.